привет! Наша сегодняшняя подборка о пушистых, ушастых, сердитых и не очень. В общем, о четвероногих и пернатых, которые дарят массу эмоций каждую минуту. Надо же, и ни одного достойного соперника вокруг. Почему улицы пустые, нет людей? Даже странно, хотя погодите, вот он, настоящий противник. Да уж, не хотелось бы оказаться на пути у этого разъяренного быка. Когда ты на одной волне с хозяином, это заметно сразу. Вам не кажется, что собаке нравится такое времяпровождение? Вот как выглядит эволюция в кратком изложении. Даже не знаем, что здесь больше восхищает – смелость ребенка, собранность парня или полное доверие животного. Трое в лодке при таком катании обретает немного иной смысл. Серьезно как-то выглядит этот хомяк, хотя нет, все нормально, это был секундный ступор. Иногда даже таким огромным рептилиям требуется помощь человека. Этот крокодил потерял часть своего хвоста, и после реабилитации осталась совсем малость – выпустить его в родную стихию. Ох и нелегкая эта задача. Но все проходит гладко, и вскоре он удаляется туда, где чувствует себя в безопасности. Неизвестно, какой объем легких у этого буйвола, но он кажется достаточным для преодоления водной преграды, возникшей на пути. Стремно оказаться в одном водоеме рядом с таким монстром. Холодная температура воздуха создала любопытную картину. Выглядит как паровоз. А если взять во внимание издаваемые звуки, то сходство еще прибавится. Кадры, снятые совершенно случайно, перевернут ваше представление о животных. Смотрите, бедной черепашке никак не удается перевернуться. Она беспомощно барахтается, а тем временем ее товарищи как могут спешат на помощь. Вот что значит взаимовыручка. Вместе им удается помочь, и теперь черепашка наверняка благодарна. Хочешь жить, умей вертеться. Теперь вы точно видели все и знаете, что конкретно означает это выражение. Те, у кого есть собаки, знают, что с четвероногими помощниками чистить снег по-другому просто не получается. Животные на самом деле мало чем отличаются от людей. Отношения между собой не так же выясняют. Ничего нового. Меряются силой. Командная работа выглядит так. Если видишь цель, разве могут помешать какие-то мелочи? Тем более, когда есть такие подельники. Иногда животные бывают настолько смешными, что ругаться на них просто невозможно. Смышленый тюлень нашел единственно верный способ избежать спасения – выбраться на берег. Озадаченные касатки не смогут теперь до него добраться, так что им придется убраться несолоно хлебавши. Вот что означает быть на одной волне со своим хозяином. Не, все-таки коты — это жидкость. А как иначе объяснить их способность просачиваться в такие щели?
Этот попугай не придумал ничего лучше, чем вылететь на поле прямо во время игры. Он еще и приземлился удачно на голову девушки-игроку. Лошадь неоднозначно дала понять, что думает по поводу неудачной остановки полицейских. Интересно, что ей за это будет? Кормушки для птиц? Не слышали. Медведи только подтверждают тот факт, что все недостижимое становится крайне необходимым. Вот ведь упорство. Все эти милые собаки спешат поприветствовать сотрудницу, которая к ним добра. Видно же, как они любят ее и рады видеть. А что тут такого? Может быть, это внук самого Мустанга? А может, просто машине не хватало лошадиных сил? Этот шимпанзе – полноценный компаньон. Он везде со своей хозяйкой, и прям видно, как ее обожает. Вот что значит настоящая беззаветная дружба. Если постараться, то и обезьяну можно научить играть в теннис. Смотрите, у нее неплохо получается. И играет она с удовольствием. И даже подачу выиграла. Вот как, оказывается, выглядит у животных чили на расслабоне. Просто без... Тот самый случай, когда белочка приходит не просить еду, она обменивает ее на скорлупу. А что, все по-честному. Симпатичная девушка, верно? Вот и слону она очень понравилась. Во время фотосессии он так и пытается ее приобнять. Только представьте, выходите из дома, а в машине уже есть водитель. Да еще и какой. Может, питон просто выбирал Lexus, подходящий ему по окраске салона? Незваный гость хуже татарина, говорят. А что уж говорить, если этот гость медведь, да еще такой бесцеремонный. Попробовали отогнать, да не тут-то было. Косолапый со знанием дела подошел к выбору угощения. А этот красавец явился за лакомством. Конфеты ему очень понравились. В знак благодарности он даже продемонстрировал полярникам свою недюжинную силу. Так, чтобы никто не сомневался, если в следующий раз вкусняшек не дадут. Царь Севера может и рассердиться. Просмотр видео вместе с домашним питомцем может стать довольно увлекательным. Пёсик вот сделал выбор, прямо скажем, неплохой. Если быть рядом с хозяином, то всегда и во всем. Наверное, такой девиз у собаки. К тому же ей нравится то, что происходит вокруг. Эти двое нашли общий язык и даже подружились. Они играют, балуются и даже дерутся в шутку друг с другом. Как вам парочка? Интересно, кто кого тут кривляет? Или это вообще случайные совпадения? Этот бык оказался настолько корректным, что выбрал вариант перепрыгнуть через парня, а не сбить его с ног на полном ходу. Вот так фарт.
Это видео говорит о том, что обезьяны недооценены и понимают гораздо больше, чем нам кажется. Щенячий патруль иногда требует подзарядки. Для энергии им просто необходимо плотно подкрепиться. И в этом они тоже очень дружно себя ведут. Очень похоже на планерку рано утром после выходных. Никого не напоминает. Возможно, многие узнают себя. Кто сказал, что дикие кошки не любят ласку? Им тоже нужны тепло и любовь. Чем больше кошка, тем больше нежности. Те, у кого есть коты, знают, что эти пушистики не выносят соперничества, даже если это новогодняя елка. Кто ей дал право сиять ярче, чем кот? Выход один. Крепите елки к потолку. Похоже, на кухне готовится основное рождественское блюдо. И утка, скорее всего, догадалась, что это. Даже если ты такой колючий, как этот ежик, обязательно найдется тот, для кого ты все равно будешь самым любимым. Зима началась настолько неожиданно, что лягушка никак не была к ней готова. И вот результат. Заплыв по первому льду. А хотите еще больше истории? Добро пожаловать на канал «Полет души». Здесь вы окунетесь в атмосферу легкости, уюта и непредсказуемости. Каждый рассказ уникальный, интригующий и очень душевный. Ждем вас на канале и начинаем наш «Полет души». Ссылочка в описании. We'll be right back.